На площади Партизан на прошлой неделе погас вечный огонь. Но это не повод для беспокойства. Напротив, прекращение подачи газа к мемориалу – временная вынужденная мера. На сегодняшний день уже выполнен демонтаж плитки. Сейчас устанавливают основу для нового покрытия. Для ступени уже заливается фундамент. Со дня на день начнется монтаж. К слову, камень для ступени завезен из Белоруссии. Во время рабочего процесса не обошлось и без сюрпризов. Здесь объект достаточно сложный. При проведении работ вскрылось очень много бетонных глыб, оставленных еще в ранние времена. Их пришлось демонтировать, да, этого никто не ожидал, но мы готовы к таким сюрпризам, поэтому все работы ведутся по плану. Что касается самого мемориала, сам памятник уже очищен. В конце недели планируется устроить гидрофобную обработку центральной стелы. Капитально будут отремонтированы им мемориальные тумбы. За 13 лет были поломаны два постамента, находящиеся слева и справа от центрального памятника. С них было демонтировано покрытие, разбитые доски. Сейчас они находятся на реставрации. Их восстанавливают, заново наносят покрытие, и они предстанут перед нами уже обновленными. Мемориальный комплекс вместе с тумбами будут подсвечивать новые направленные прожекторы. Помимо этого, на площади уложат дополнительный лоток ливневой канализации, чтобы отвести дождевые воды, тем самым увеличив срок эксплуатации покрытия. После завершения ремонта визитная карточка города предстанет перед жителями в обновленном, но, что самое важное, в своем первозданном виде. Срок сдачи объекта назначен на ноябрь текущего года, хотя подрядчик работает с опережением сроков. Екатерина Пенько, Дмитрий Матеров, События, Брянск.